А, это челоботик, да? Ладно, раз я ему повешал, не буду по нему стрелять. Все, беги. А, видите? Вы говорите, шайтан, зачем ты убиваешь челоботов? Это же так некрасиво, шайтан. Вон, челик мне поквешал и пристрелил меня в спину. Это что, блядь, такое? Это не по тебе? Не. У нас тут какая-то ебанина. Плане. Зайди, посмотри. Сейчас, погоди, я в туалет лучше Тише, зайду. тише. Он, кажется, в туалете, либо в пристрое на первом. Там граната. Залетела. Аккуратно в туалет заходи, если будешь этот заходить. Да, он либо на кухне, на первом может быть. Да, в туалет. Да, в Да, туалете. в туалете, в туалете. Я в туалет захожу с улицы, Давай, я не... изнутри. Тихо! Он там внутри где-то. С главного бот подходит. Закрой. Ты где? Захожу в туалет, захожу. Хотя я, это я. Минус. Тебя бот на входе в туалет. Ну, нормально? Да, я вижу. Не. Его тоже, да, немножечко жизни это покидало. Вот ты как, нормально? Нормально. Прям похоже на него. Если он у тебя лежит на земле? Нет, он у меня... Иди сюда, иди сюда. Он меня обнять хочет, как бы. Во-во-во-во-во. На меня смотри. Вот так? Чуть-чуть правее шажочек сделай один. И назад. Открыто Меченко. Минус. Понял. Чисто вроде. Второй смотрю. Никого. Я только хотел сказать, дверь открыта от платника. Сидел за дверцей? А в комнате в соседней. Ага. Делал квест, тактически отыгрывал. Да, Что да. там еще? Не крысил. Только что пришел. Ну, вот эти вот все вот отговорки. Кстати, он тоже как-то умер. У них сломался рэгдолл их или что? В чем проблема? Что они у меня умирают? Знаешь, я в уже вот ничему не удивлюсь. Это именно их геймплей, понимаешь? Это даже не их, это их, вот как раз таки геймплей. Их не егоный. Вот да. Прям вот это вот про них. Это ж как этот прям. Чем отличается портфель от портфеля? Вот то же самое. Знаете чат, нет? Чем отличается? На второй не давал? Не попал? Нет, на первый дал. Да, на второй справа. Ушла. По-моему, не было никого. Ты стрелял? Сиди, 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 наверх. Второй? И на первом. На первом? Да, первый Тёмка и на втором чел. Не опрокидывают. Понял. Ты не в Тёмке ведь? Нет, 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 в Тёмке ти. Минус Тёмка. Второй этаж стол. Понял. Гранат кидай. Минус. Я зашел. Угу. Я думал, мне показалось. По мне еще как будто бы летело, но я хз. Как будто издали что-то. Надо заходить на второй. Ты знаешь, что они сделали? Что? Они положили на пол фонарик. Еще а, ну так это я ж... У меня даже в видосе же есть это. Когда в общаге тип на пол фонарик клал. Каких-то профи тут убили, блин. Эй, земля! Я блядь, нет!
Живи, живи, живи. Ага. Я хили стою, а оно уйдет. Ну тут одетый, типа. Да я знаю, тут М1А топовая. Не, вдали я имел в виду под вагоном. Держу. За квестку, наверное, пройдем. Потом уже туда пойдем. Дальше. Подшить, посмотреть. О, да? Вон ходит подстройка ЧВК. Под малый. По-моему, ты его убил, не уверен. Нет, по-моему, нет. Да, я видел, что он ушел. А теперь как его здесь вылавливать? Пойдем. Или он все-таки откинулся, но я не понял. Где? Сильно ему дал. За стройкой. Бля, Грэн там просто в воздухе повисло. Минус один. Что тут стреляет? Крыша, походу. Это не крыша. Не крыша, это походу за сеткой. Да, тигра сидит, лутает. Минус. А, это мото, что это залетело? Я же сказал, значит, он откиснул, я, значит, не ошибся. Что он резко исчез. Смотрю, перепрыжку. Сумка просто резко пропала из виду, большая. Угу. Значит, ты подумал, что его с копытом. Я через листу стрелял, не видел вообще его. Что там на гаражах-то? Пойдем. У тебя еще этот тип не забывай, который стал. Я знаю, пройди через длину, я тут пройду. Давай, вон оно пыль! Он у меня. Ой. Да? Не убил, в сторону танка ушел один. На гранате. У меня в кусту сидел сзади крыса. Мне плохо, да? Нет. Ты убил его? Нет. Бля, это я, это я. Это не я. Блядь, а где ты? Я ушел к танку, закидываю гранатами его. На автобусной остановке у танка. Убил справа одного под арендой. В синей каске. Не он был? Я не знаю, он мне в спину стрелял. Я отошел к танку. Охерись. Я его прошел, блядь, в кусту. Да. Прям проглушенная. Угу. Пока вариш, я быстро соберу. Давай. А это Меченк. 59-й. Меченко к нам пришла? Да, это Меченко. Понял. Вот это одетый какой-то, нет? Не, наоборот. Перед нами во временках. Да, слышу. Нес. Еще там есть! Помогай, помогай, помогай! Поживи, поживи, просто поживи. Там мутант, забей. Я знаю. Я убил какого-то. Тихо. Да, вот он мутант, походу ты его бахнул.
Да, ты вогой взорвало. Пипец, тут народу, бля. Так, я зашиваться. Блин, там же еще второй чел должен быть. Тоже хорошенький был. А ну-ка, что там у тебя? А, у него 101. Чисто патроны, наверное, типа поскручивать. Мыло он только и все. Первых убил. Чем в голову, кстати. Я их оттуда не выкурю никак. Пойду сразу на АГС. Ну, там типы эти как раз вышли с темного ангара и пошли на старую заправку. Потом их и поймаем где-нибудь. Блять! Мышь сидит в темном ангаре. Еще есть желающие там, нет? Так. А у меня броник не застрахованный. Блин. Да не стреляй ты. Не стреляй, говорю, дай послушать. Я не могу попасть гранатой. Я сломался, чат. Бля. Так. О, сейчас, чатик, секунду. Да, там какой-то глушак все еще стреляет. Я, в принципе, прав был. Начал катку издавать. Катки сейчас. Тихо.
Умри, пожалуйста. Я бота, это, конечно, капец какой-то. Ой, так. Боты. О, они не дохнут с иголок просто. Иголки по ним просто вот насквозь их простреливают и не убивают. Очень, конечно, реалистичная игра. Очень реалистичная. В итоге убил чё? Шестеро. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.